Всем привет. Так, сразу же скажу, что серия будет коротенькая, поэтому сколько успеем, столько успеем. Больше, скорее всего, ерундой какой-нибудь позанимаемся. Например, мы сходим в Тальберг, и по пути в Тальберг я бы еще хотел бы заглянуть в руины. Вот, там побить злых хулиганистых бандитов, которые у нас давно ждут нашего меча возмездия. Так. Вот. Давно мы это... Забыли уже про все это, поэтому, так сказать, возродим. Ага, так, в Нойхов можно сходить. Давайте уши отдадим, которые мы тут насобирали недавно. За половские уши нам тоже денег дадут. Greetings. Такс. Can I ask? Thank you. Странно. Ну, не хочешь, не бери. Очень странно. Так, мы своим ходом пойдем или пойдем из Нойхофа? Угу, из Нойхофа явно ближе. Давайте отправимся в Нойхов. Раскидаем этих бандосов. Я думаю, что сейчас-то мы стали достаточно сильны, чтобы им навалять. А то в прошлый раз-то они нас прям густили ниже пола. Вот, потом пойдем в манишки своруем. Ну и может быть даже успеем еще что-нибудь своровать. Я уже не помню даже, кто давал задание на эти манишки. Но там тоже как бы небольшая интеллектуальная нагрузка в этом плане этого задания. Ну, типа, что там сотник, не сотник Бернар, там какой-то другой тоже сотник. Что типа, давайте просто его оставим в дураках, настолько он мне не нравится. Вот, как бы там ничего такого замысловатого нету. В принципе, все кражи тут строятся по такому принципу. Никакого хитрого там запутанного сюжета они между собой не носят. Поэтому я думаю, мы достаточно легко справимся со всем этим. Это что еще привлекло мое внимание? Ощущение, что я даже тут был. Ну ладно, или просто они все однотипны максимально между собой. Ого, я первый раз вижу, как они с колодцем работают. Прям он как сбросил туда ведро. Круто, мило. Так, нам буква А нужна. Так, ну это будет быстро, я думаю. Есть преимущество в плане высоты. Единственное, это, конечно, чревато тем, что я могу просто скатиться сверху. Но никто мне не запрещает их, конечно, начать обстреливать отсюда. Хотя слишком высоко, я просто-напросто не попаду. Вот-вот-вот, про что я и говорил, я могу просто тупо скатиться. Лагерь, вон там, я, конечно, что-то рано начал, сука, спускаться. What's that? Hi. Over here! Where is everyone? Quick! Raise the alarm! Watch out! To arms! Он что, просто сбежал от меня? Судя по всему, да, он просто сбежал. А вот их, и их лагерь. What's going on there? Who's there? Ты друга позвал?
А где в черных доспехах козлина, который меня в прошлый раз зарубил? Я все еще помню его. Сами-то колхозниками мне, конечно, интересно драться. Несмотря на то, что ты очень неплохо владеешь мечом. Ага, вот вся банда уже подъехала. Отлично. О, а вот и сукин сын. А, нет. Ах ты, сука, вот он. Так, немножко выйдем из боя. Вот так вот. You get what's for. Come here, Lily. Ну, мы долго его дырявить так будем. Да ладно. Ну, видимо, метка попала ему в голову. Дело с концом. Так, что мы тут наподбирали? Сейчас буду все их трупы тут ходить на горке искать, где они тут попадали. О, в размен ушли. На тебе. Интересно, куда подевался тот, которого мы в самом начале встретили? Что-то убежал с криками тревога, тревога, и все, и не видел больше никто. О, тар с календулы, подождите, это я возьму. Ну, шкуру кабана имело бы смысл тоже взять, да уж надоели. Мне нужны совершенно другие сейчас вещи. Так, вас двоих придурков я обобрал. Вот еще не. Так, вот еще один. Такое ощущение, что еще кого-то не хватает. Ну, хотя я и доволен тем, что уже подобрал. Молокососы драться не умеют. Ну,
ладно, время грабить. Грабить, воровать манишки. Сейчас мы выйдем на дорогу. Кстати, вот наглядный пример самолечения. Травма груди у нас прошла, все прошло, мы выглядим прекрасно, будто бы и не были в драке. Вот, заодно сейчас ремонтные наборчики заюзаем, чтобы стать совсем отличного вида молодым человеком. Всем поломали мне его. Так, ладно, лошадушка, вези меня в Тальберг, мимо которого мы уже ходили 1000 раз, но благополучно игнорировали этот квест. Надо было, наверное, не все-таки из котелочка-то поесть. А то я смотрю, что сырость-то у нас подбирается уже, хватает нас за пятки. Так, как раз вечер, отлично. Да, привет, привет. На мой скользкий воровской путь начался именно отсюда, когда первый раз я украл доспехи стражника. Так. Могу ли я почитать немного, чтобы до ночи скоротать время? А, дома тихо и мирно, есть достаточно ртути и полно свинца. Пришло время делать золото. Мы же читали уже. Понятно, не хватает мне навыка. Хорошо. Давайте тогда просто взревнем часик. Чтобы нас сохранили. Надо уже, я думаю, даже в ближайшее время возвращаться к основному сюжетному квесту, а то мы опять что-то погрязли в безделье. Плюс у нас же эти два наших дружка нас ждут на постоялом дворе, все в доспехах. Хотят предложить нам какое-то очередное интересное задание. Я еще все не могу дождаться, когда этот у нас появится с заданием. Шарлатан, мошенник, или как там его зовут. Вот, который нас заставлял всякую лабудень искать. God be with you, Henry. Is that some new coin again? Какой-то молот бесполезный. Так, ключ от арсенала у нас есть. Я думаю, нас даже в доспехах могут теперь не услышать, не увидеть. Так. Ну, мне это все не нужно. Ну, подкову нет, нельзя взять.
Так, щупаем, щупаем, щупаем. Где наша? Вот она, родная, нашлась. Охереть, у вас тут всего, но мне из этого ничего не нужно. Неплохой арсенал. Мне только манишки нужны. Ага, они, видимо, внизу. Сучьи манишки, а. Здесь такое ощущение, что то же самое лежит, как будто взаимосвязанные сундуки. Но я не исключаю, что просто там и там можно одно и то же подобрать. Опа. То, что нам нужно. Сколько мы очков-то получили сразу, всяких разных. Спать и сохранить игру. А почему я раньше на этих скамейках спать не мог? Алло. Вот этот поворот. Так, куда нам дальше? Ага, к этому к мельнику надо. Ну, до него мы даже своим ходом можем добраться, если уж на то пошло. Этот зараза, правда, скорее всего, сейчас спит. Беспробудным сном. Безделье. Давайте прокачаемся. Мы тут все-таки очки получили. Еще и в силу, и в ловкость. Охереть. Ловкость вообще, по-моему, раз в 1000 лет у нас качается. Так, ну, тут сильный размах. Нужно однозначно брать. Других вариантов я не вижу. Могильщик бесполезен он мне, как и ужасающий, ужасающий. Вообще хер полная. Блин, от меня просто все сбегать будут. Никто со мной драться не будет, а бегать за ними по лесам — это жесть полная, конечно. Опа. Если вы не носите пластинчатый доспех в бою, вам будет на 50% проще уклоняться от ударов. Что из этого пластинчатый доспех? Чтоб вас за ногу я что, шарю, что ли? Ладно. Ну, неважно, ладно. Повышена вероятность выкинуть победную кость. Охереть. Ваше успешное уклонение во время боя снизит боевой дух противника. Я возьму идеальный бросок. Просто вот и все. И в навыках у нас еще вскрытие замков плюс один. Ваше шестое чувство предупредит вас, если кто-нибудь готов поймать вас во время вскрытия замка или что-нибудь. Так что у вас будет больше времени, чтобы сбежать. Вы сможете работать отмычкой почти бесшумно, даже если вскрывание пойдет не очень хорошо. Ломающаяся отмычка издаст на 50% меньше шума. Будучи пьяным, нет, после успешного взлома вашу сумму вероятностью вернуться так. Но это не надо, мне сломанные отмычки. Вот это полезная, с одной стороны, штука, но оно только, я так понимаю, к замку относится. А, ну, собственно, это же взлом. Логично, что это к замку относится. Я что-то про карманную кражу сижу, думаю. Угу. Я бы, наверное, вот это все-таки взял. Хотя вот это мне поможет перезагружаться реже. Блин, они вот взаимодополняющие, исключающие, я бы даже сказал, что они обе полезные и очень нужные сейчас. Ну ладно, пусть вот это все-таки будет. Она мне тоже поможет все-таки долго оставаться незамеченным, пока я там ковыряюсь отмычкой. Чтение пока не готово еще. Перейти на следующий уровень, зараза. Все хорошо. Встал с ведром, стоит. God save you. Угу. I'd like to find. I don't know. Что поговори с женой корчмаря Мартой? Что? Да.
Ой, они чего обе тут покоятся, что ли? Да ёб вашу мать, а. Ну, давайте немножко по этому квесту освежим. Почему бы и нет? Учитывая, что все равно мы этот квест не пройдем, потому что Марта погибла. Тут больше странно, что этот квест автоматически не проваливается, что, видимо, она как-то условно в коде существует или где там. Что игровой сценарий не является нарушенным. То есть формально-то она типа есть. Марта. Ой, это Марта, Маргарита, выходи. Хватит покоиться там. А нет, смотрите-ка, она живая. Угу. I want to ask one more thing about it. I'm listening. Да, хочу спросить про баконьеров, я слушаю тебя. Так мы это все это знаем. That'll be all. Thanks. Ну чё? Может мне просто прогнать диалог, чтобы у нас этот маркер пропал? Ну давайте прогоним эти диалоги. Мы это уже все, конечно, слышали. Ну да, но он ту же самую историю рассказывает, как они там поссорились. What was going on with? Her father promised it. I want to. I want to. But if. That'll be. Ага, и у нас пропадает. Это все мы прогнали, да? Но почему-то ее логотип не исчез при этом. Очень-очень жаль. Очень-очень жаль. Welcome, Henry. Welcome, Henry. I showed a couple of pieces she made last time to old Tonga from Tarbert. The one I gave you. Или нам может сначала сходить сдать уши, вот, потому что они дальше всего, так мы хоть в дороге время потратим. С одной стороны, почему бы и нет. Потом можно сюда заскочить. Хотя. Давайте в Нойхов, а от Нойхова мы на букву А заскочим. Там нам, ибо по пути совсем. Дождемся там, пока этот мельник проснется, потому что мне потом по основному сюжетному не совсем по пути туда будет. Хотя, я бы даже, наверное, мы, может, сначала еще задание одно выполнил. Вот здесь на постоялом дворе остановись! Нет, он не останавливается, зараза. Вот там, потому что друзья наши балбесы ждут, закованные в доспехи, предложить нам очередное безумное дельце. How are you, Henry? Ну, вперед. Сдадим квесты. Кстати, это же вот этот дом, где всех перезамочили.
Черт. Бедная лошадь. Что, реально здесь все трупы теперь? Охуеть. Ну, из котелка я поем, конечно. Жерелье за 1000, охренеть. Шуму она тут порядком, порядком навела. Ага, пес живой, а то я что-то стою, пытаюсь понять, что происходит. А у нас же умение активировано, что он на собаки не реагирует. Я совсем забыл просто об этом. Думаю, что она лежит, не реагирует на нас. Думал, что она и собаку эта девка пришила. Совсем ненормально. А я еще сейчас так подумал, что мы у корчмаря можем оленину из сундука подрезать и сдать ее по квесту. Что-то вот так мне подумалось, что можем мы так сделать. Как нам тут пройти лучше? Ага, по прямой лучше. Там через лес срежем, конечно, потом. Чё ты там макаешь? Я тебя даже не задел. Что-то опять кусты сопротивляются моему движению. Тихо, тихо, тихо. Это конь 5-го уровня. Я не хочу, чтобы он убился как-нибудь по-тупому, съезжая со скалы. Так. Вообще ни черта не видно. Мы спускаемся в бездну, нахуй. Ничего не видно. Блядская тропинка к блядскому мельнику. Да, ага, вот она, отлично. Так, ну, так ты еще толком-то и не спишь, а это крестьянином. I'm glad you came. Я тоже рад тебя видеть. I'm glad to see you. I've done as you asked. Я сделал то, что вы просили. Excellent, Henry. Отлично, Индра, я с нетерпением буду ждать новостей из Стайнберга. Надеюсь, сотник Борик задаст жару начальнику стражи. А, то есть мы начальника стражи подставляли, а не Борика. У вас есть еще работа для меня? Конечно, ты пришел вовремя. Мне нужна лошадь, и речь идет не о какой-нибудь кляче. Мне нужен сильный жеребец с конного завода в Мерхойдах. Так там же не осталось коней. Но у вас и запросы. Я знаю, я щедро заплачу тебе. Я украду для вас лошадь, но награда должна быть не маленькой. Не волнуйся, но не вздумай привезти мне какую-нибудь старую клячу. Угу.
Ну да, конечно, господин, запросики у вас там еще те. Пиздовать до этих морхоид, пока мы доедем, конечно. Ну да, мы уже туда к утру только приедем. Пойдем лучше сдадим квест с ушами. С ушами и шпорами. Вот. Коня мы еще успеем спиздить. Ну, я изначально планировал, что серия будет коротенькая. Поэтому, я думаю, заканчивать-то уже пора. Бедняги работают ночью. Так. Ага, где Борок? Ха, так он не спит. Хитрец какой. Ну-ка, просыпайся давай. Я разобрался с тем лагерем. Доказать сможешь? Ага. Рад это слышать. И это еще не все. Поговаривают о нападениях на дороге в Сазаву. Скорее всего, где-то там еще один лагерь. Хорошо, я там осмотрю все. Угу. Держи кучу ушей. У меня есть несколько трофеев. Эти псы получили по заслугам. Еще 210 грошей. Класс. Так, где эти лагеря-то следующие? Ага, понятно. Прямо вон на месте дыма. Ну, да, скакать тоже придется. Смысл нам идти вот ледичка, а потом сюда. Нам лучше сразу так и к ним. Ладно, в следующей серии сделаем. Сейчас уже пора заканчивать. Время у меня к концу подходит. Так что... В следующей серии я не знаю, чем займемся. Я уже реально склоняюсь к тому, что пора уже идти по основному сюжетному квесту. Ну, блин, то эти ребята стоят закованные в доспехах, задумали какую-то очередную херню. То это, короче, ну, все меня что-то постоянно отвлекает. Куда-то меня не туда клонит. Так что давайте на этом прощаться. Всем пока и удачи.